На этой неделе на рынках города Санья и других городов острова Хайнань начали продавать один из самых любимых туристами фруктов – личи. Плоды личи небольшие, красного цвета, покрыты многочисленными остроконечными бугорками. Но этот фрукт не только вкусный, но и полезный для здоровья. Одно из названий личи – это китайская слива. Его много также в других странах, даже в южных штатах США.